Здравствуйте, это канал Максимадзе. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. От имени канала Максимадзе, от себя лично. Всех вас с наступающим, друзья мои. Короче, это Angry Birds Seasons, и мы продолжаем играть новогодние эпизоды. И сегодня у нас Wreck the House. Следующий новогодний эпизод, как я уже говорил, будем проходить Angry Birds Seasons в порядке праздников. В праздничном порядке. И, собственно говоря, следующий новогодний эпизод — это Wreck the House. И, кстати говоря, здесь два золотых яйца, плюс бонусный уровень, который при прохождении всех уровней на 3 звезды открывается. И первое яйцо доступно изначально. Когда этот эпизод только-только вышел, он открывался автоматически при наступлении 31 декабря. Давайте пройдем его прямо сейчас, поскольку он доступен изначально. Впрочем, уровень представляет из себя надпись 2012. Именно новому 2012 году был посвящен этот эпизод. То есть уже прошло много-много-много лет. А мы только сейчас в него с вами играем. Но с другой стороны, как я уже, по-моему, говорил. А может и не говорил. Но в любом случае, я всегда был такого мнения, что старые эпизоды Angry Birds Seasons лучше, чем новые. Атмосфера в них как-то более классическая, что ли. Так, а теперь переходим к самому эпизоду и начинаем первый уровень. По-моему, в этом эпизоде впервые появляется Bubbles. В Angry Birds Seasons. Неплохо, но надо немного лучше сделать. По-другому его, наверное, запульнем. Нет, чуть-чуть. Я хотел чуть-чуть ближе. И не так. А вот туда куда-то я хотел. Вот так. Также на 15-м, что ли, уровне еще одно золотое яйцо находится. Которое уже поинтереснее, чем это первое. Будет, пожалуй. Так, не очень что-то получилось. Вот колокольчики сильно. Может, лучше в тот динамит стрельнуть. И вот этот никак взорваться не может. Чё-то уровень какой-то сложный, мне кажется. Кстати, мы ни разу могучего орла не использовали. Ладно, лучше так и быть.
Я уже задолбался немного пытаться это делать. Динамит бомбануть не может никак. Бомбанул, когда не надо уже. Так. Хорошо. Окей, неплохо. Какой это уже уровень у нас? 5-й. Я что-то думал, что мы прошли больше, ну да ладно. Блин. Может, опять надо в динамит вот этот попасть? Да боже ж ты мой, а. Так. Динамит. Динамита здесь много. Надо, чтобы они все попадали и... Блин, ну не так, конечно. А вот так. Неплохо, неплохо. Вполне. Блин, на уши давит шапка, конечно. Наверное, шапочка... Не для сильно, не для моей головы-то сильно рассчитано. Четкое попадание. Очень четкое попадание. Единственное, вот этот живой остался, но мы сейчас его добьем. Все великолепно получилось. Восьмой это уровень. Угу. Да блин, как можно было так промахнуться, а? Так хорошо начиналось все, а тут что-то вот как вот сейчас. Сейчас вот этих двоих попадем. Блин, ну вот надо четко в снег попадать. Четко в снег, и тогда будет прекрасно.
О, отлично. Вот так надо. Да блин, ну что ж такое, а? Вот не хватает ему. Он, видимо, дерево пробивает лучше, чем снег. Во, хорошо. А, наверное, эти печеньки, если это печеньки, наверное, может, они немножко задерживали Чака. Может, поэтому он плохо пробивал снег тогда. Давай. Блин, вот этого... Ой, я случайно, что ли, это сделал? Я не хотел могучего орла использовать. Одиннадцатый это у нас. На каком яйцо, я не помню. Помню, 15-м. Но ошибаться могу запросто. Не исключаю. Один, как всегда, остается. Отлично. Так.
Так, а вот тут камушки спустить, видимо, надо. Я так понимаю. В ту сторону-то нам точно камни не надо спускать. Никакого яйца золотого там нету. Блин. Так, давайте что-то вот давайте прицел возьмем. Правда, не сильно нам он поможет, конечно. Нет, толку от него нету. Толком. А вот если увеличить птицу, может толк и появится. Увеличивается птица, увеличивается и сила. Хотя не сильно, это что-то она увеличилась, по-моему. Сила птицы. Хотя должна увеличиться сила птицы. Вполне. Сложный уровень, поэтому извините. Вот так сделаем. Чуть шторку приоткрою у себя, чтобы светлее чуть было. А вот и яйцо. Отлично. Туда надо чаком стрельнуть, попасть четко. Отлично, отлично. Добыли яйцо. Так, прервемся, да, на 15-м, как я и думал. И пройдем это яйцо. Нажимаем на рычаг. И сейчас будет цепная реакция. Вот люблю уровни, на которых что-то вот такое красивое происходит. И при этом некоторые вещи тут по скрипту разламываются. Yeah.
Отлично, 3 звезды. А вот тут за Чака будет не так-то просто. Здесь надо вот так вот подстреливать. И еще тут стекло, которое будет очень мешать сильно. Может, надо ниже куда-то стрельнуть. Вот, к примеру, так. Так, наверное, даже более правильно было бы. Надо было чуть-чуть выше. Нет, это камень не толкает. Надо именно сюда стрелять. Яйцом. Конструкция от этого не разваливается, к сожалению. Огромнейшая. Блин, вот в этот вас сложнее всего попасть. Ну-ка, а если попасть в него, может, камни съедут вниз? Да не, не съедут. О, хорошо, неплохо, неплохо. Так, вот тут надо, наверное, в динамит, который по центру, упасть. О, пользы никакой вот эти камни не принесли нам с динамитом. А вот в этого попасть сложно сейчас будет. Но у нас получилось. Все же получилось. Какой уровень? 20-й. Осталось совсем немного. Глубоко что-то он запрятался, поэтому немножко неудобно. А нет, так оно не пробивает. Неплохой был удар, если этот камушек скатится туда, куда надо, будет вообще замечательно. Нет, он остановился, как жаль.
Да ёшкин кот, а. Это, конечно, сложно. Чую, этот уровень тоже с пауэрапом пройден будет, этот уровень. А, нет, не пришлось, все-таки не пришлось. Все-таки не понадобилось. Я надеялся, что она сходится и на динамит упадет, но нет. Давайте запустим могучего орла. Ни разу не использовали. Давайте спробуем. Даже на 100%. Обалдеть. Да что ж такое? Отлично. Третий уровень это у нас. Остался этот и еще два. Отлично.
Сложно вот до этого нижнего добраться. Отлично. И последний уровень. Что происходит? Перезапустим. Почему не пере... А чё такое-то? Почему у меня экран туда не двигается? Это какой-то глюк или что это? Чё происходит-то? Я не вижу ничего. Да ё-моё! Так, настройки. Может сюда передвинуть? Нет. Картинка не двигается туда. Я не вижу, что там происходит вообще. Просто картинка не двигается туда и все. И причем мне кажется, что это проблема игры, а не эмулятора уже. Ну ладно, у меня нет другого выхода, придется так сделать. Ну-ка, сейчас на других уровнях проверим. Это так было? Это тоже так работало или нет? Не, здесь нормально все. Почему? А на последнем уровне какое-то, я не знаю, что-то глючит. Ну ладно, в любом случае, этот уровень... Мы прошли этот эпизод даже чуть-чуть быстрее. Ну тоже, правда, читерили, конечно. Были сложные уровни, на которые я не хотел тратить много времени. Короче, на сегодня все. С вас Лейкоза, подписывайтесь, за меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, лого канал Суподеру ВКонтакте. С наступающим Новым Годом и всем пока!